Беглецы из команды Януковича распродают активы в Украине. Речь идет о бывшем руководителе администрации президента Андрее Клюеве и его брате, нардепе Сергее Клюеве. Благодаря серии журналистских расследований стало известно, что, находясь в бегах, бывшие политики продали компанию «Танталит». Предприятие находится в Украине и де юре владеет правами на резиденцию Межугорье. Согласно данным расследования, деньги от продажи «Танталита» вывели через офшоры. И вот что странно, не помешали Клюевым даже санкции. Журналисты подробностей уже направили запрос в Генпрокуратуру с вопросом, как братьям Клюевым удалось распродать активы по-тихому, пока ждем комментариев. Бежать, по крайней мере, от тюрьмы удается и другим участникам коррупционных схем из команды бывших. Взять хотя бы недавний случай с владелицей Вернумбанка Натальей Игнатченко. Ее подозревают в разворовывании средств на покупку буровых установок в 2011-2013 годах вместе с Януковичем и Арбузовым. Речь идет о миллиардах отмытых денег. Правоохранители вплотную подошли к раскрытию махинации вокруг так называемых вышек Януковича и задержали Игнатченко, но... Самый гуманный украинский суд решил отпустить банкиршу под домашний арест. Генпрокуратура подала апелляцию, однако ситуация не изменилась.